она на месте. Мы приветствуем Аннетты. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Аннетты под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканирует 7 тонких тел Аннетты. Находит все. Сканер какую-то прозрачную оболочку выявил. Прозрачная оболочка. Хорошо, отправляем ее в клетку-тюрьму. Готово. И больше ничего нет? Нет. От оболочки выстраиваются каналы к ответственным за эту подключку. 1, 2, 3. Сила моего намерения притягивает всех ответственных за эту оболочку в клетку-тюрьму. Стоят в клетке. Гуманоид. Гуманоид. Снимаются маски и голограммы. Гуманоид предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Гуманоид. Ты с кем-нибудь связан еще, гуманоид? Нет. Откуда ты, гуманоид? Нибиру. Нибиру. Кто ты? Похититель. Преступник. Ловец душ? Ловец что? Душ. Так что ты воровал у него? Не успел еще воровать. Когда ты вошел в это биополе и установил оболочку? 9 дней. 9 дней. Хорошо. Сканер, просканируй полностью душу Аннетты на настоящий момент. 100. Хорошо. Почему ты смог к ней подключиться? В чем проблема? Как избежать этой подключки? Защищаться. А что, на защиту не ставит никаких? Аннетты, вы как-то защищаетесь? Ты Меркабу не видел в ее биополе, гуманоид? Ее Меркаба для других целей. Она не пользуется ей как защитой. А для каких целей она ее использует, на твой взгляд? Для связи. Для успокоения души. Хорошо, на это вы слышали эти слова. Мне больше добавить здесь нечего. Хорошо. Гуманоид, что-нибудь еще осталось, кроме этой оболочки биополя Аннетты? Чипы, датчики, импланты? В ногах показывает, что-то есть. Вытаскивай все, что оставил в ее биополе. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если что-то останется, по каналам сгоришь. Вытащил. Даю команду на рассинхронизацию Аннетты с гуманоидом и оболочкой. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Я приветствую тебя. У нас здесь гуманоид с Нибиру, 9 дней, оболочку успел установить. Все вернули, все забрали, оболочка и он в клетке. Заберем, проверим, оболочку уничтожить. Благодарю. Под оболочкой открою воронку в галактическое ядро. Оболочка уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо. Забрали его? Забрали. Хорошо. Мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете, Аннетта? Энергии по-другому ощущаются. Вы слышали ответ гуманоида. Вы не имеете намерения защищать свои энергии, свое биополе. Соответственно, для него это... А использует это только для расслабления. Соответственно, для него это легкая игра. Да, расслабление и развитие было моей задачей больше, чем защита. Соответственно, имеем то, что имеем. Имеем гуманоида, который всего 9 дней сидел. Через месяца 2-3 он бы вас просто расчленил и начал бы свое темное дело. Я обращаю ваше внимание, Аннетта, это очень серьезный астральный мир, в котором мы живем. И если вы не защищаете свои энергии, то другие цивилизации считают себя вправе эти энергии у вас воровать тем или иным способом. Если у вас нет намерения их защищать, такие ситуации будут продолжаться. Рекомендую... Я учусь, надеюсь, мой куратор объяснит больше. Безусловно. Хорошо. И сейчас у нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И мы сейчас будем приглашать ее в нашу комнату диагностики. И... Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Аннетты. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Аннетты. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Имею честь приветствовать всех в этой комнате. Приветствуем вас. Благодарю за эту встречу. Мое имя Мот.
МОД. Приветствуем вас, уважаемые МОД. Вы куратор или учитель? Я куратор. Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы недавно проводили чистку Анетты, сегодня проводили ее проверку. Нашли причину подключки гуманоида, недостаточно намерения защищать свои энергии. Это по ходу этой сегодняшней проверки. Сейчас она чистая, все нормально. Остались 10 вопросов, которые она очень бы хотела вам задать. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я буду так любезен. Мало того, я бы хотела еще добавить, что я куратор и учитель в одном лице. Моих знаний достаточно пока, чтобы передать тебе. Благодарю вас. Можем начинать с первого вопроса? Да, пожалуйста. Первый вопрос. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? Ты ангел-воин. Ангел-воин. Ангельская душа. Благодарю вас. Хотели еще добавить что-то? Или идем дальше? Я хотел добавить про дом твоей души. Это ангельские уровни определенного назначения с определенными энергиями, питающие и дающие те энергии, которые нужны для выполнения задач ангелов-воинов. Это место, где души отдыхают и расслабляются, напитываясь этими энергиями. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый МОД. Следующий вопрос, второй. Какой у меня стержень, в скобках, цвет, структура и как его заполнить? Ангельские энергии всегда чисты. Твои энергии светлого света, излучающий свет. Как заполнить, представляя чистый и ясный поток, проходящий с твоей нижней чакры, поднимающийся наверх, твою коронную чакру, оживляя его. Это и есть активизация твоей души, наполненной ангельскими энергиями. Она живая, ей можно работать, расширяя, сужая, наполняя все твои тела, включая виоробот ангельским светом, излучающие энергии. Еще раз повторяюсь, они живые. Ты будешь чувствовать вибрации в ладонях, исходящие из твоего внутреннего стержня. Для этого нужна визуализация. Раз вопрос задан, значит, ты понимаешь, как визуализировать и представлять цвета, расширяя, сужая их. Благодарю. Благодарю вас. Третий вопрос. Какие задачи, какой опыт моей души в этом воплощении? Во-первых, мне очень приятно, что был проявлен интерес к душе и развитие пошло. Информация стала поступать. И произошла эта встреча. Благодарю тебя за это. Твои задачи, как и задачи любого ангела, воплощать доброту, нести свет, знания, силу и мощь. Так как ты ангел-воин, тебе должны быть защитные реакции и энергии. Это не значит резкость. Это значит внутренняя сила и доброта. Своими энергиями ты можешь защищать своих близких людей, развиваясь духовно. Чем больше ты работаешь с душой, тем больше и ярче твой свет, тем сильнее твои энергии, а значит, осознаннее твоя душа. Это и есть задача любой ангельской души. Доброта. Это не значит раздаривать энергии. Это значит иметь доброту внутри, милосердие и силу, которая защищает эту доброту. Постарайся почувствовать в себе эти энергии, и ты поймешь, о чем я говорю. Когда почувствуешь вибрации в своем теле, особенно в ладонях. Благодарю.
Благодарю вас, уважаемый куратор МОД. Все это, безусловно, очень откликается. Идем дальше. Четвертый вопрос. Какие мои таланты, которые я не оцениваю? Я не буду говорить о земных талантах. Я скажу о талантах души. Твоя душа имеет огромную силу и знания. Если ты обратишь вглубь, прочувствуешь свои энергии, твои таланты будут представлены по-другому. Я имею в виду земные таланты. Все, что ты делаешь, обретет иной смысл. Ты не будешь тратить энергии зря. Ты будешь увеличивать, накапливать и, я бы сказал, усиливать их. Твои внутренние энергии разрастутся, показывая твою силу и мощь, притягивая другие знания и открытия, а также творческие способности, которые на сегодняшний день еще не настолько близки тебе, но ты идешь правильным путем развития. Не настолько близки они, потому что твои вибрации не настолько высоки, а мощь твоего стержня пока слаба и направлена на развитие, интерес, но не на защиту. Защиту дает знание, визуализация и намерение. Информация поступает по мере того, как ты готова, как ты усваиваешь информацию и практики. Благодарю. Благодарю вас за этот ответ. Пятый вопрос. Какая для меня самая гармоничная сфера самореализации на Земле? Я лишь могу сказать, что твоя душа тебе подскажет самую гармоничную сферу реализации. Для этого тебе нужно прочувствовать твой стержень, развить его, как я сказал выше. С такими энергиями и вибрациями ты притянешь правильные ответы, и твоя душа четко будет знать, что тебе нужно, в каком направлении идти. Сейчас, как я сказал, у тебя есть интерес, и знания приходят тогда, когда ты готова. С сегодняшнего дня у тебя будут новые знания и новые практики и задания по визуализациям и расширению, уплотнению, наращиванию мощи, а соответствие поднятия вибраций твоей души. После этого ты будешь четко понимать то, о чем я говорю. Ты просто будешь это знать, потому что твоя душа будет в гармонии с твоим духом, телом и умом. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Какой уровень развития моего высшего «Я» и как я могу его развивать? У тебя 10-й ангельский уровень и 11-й уровень высшего «Я». Поднимается уровни соответственно прохождению опыта на объектах. В данный момент на планете Земля ты проходишь свой опыт. Если ты будешь действовать в гармонии с душой, расширяя, как я уже сказал, и слушая ее внимательно, потому что душа всегда дает правильный ответ по сравнению с умом. Правильный — это значит по совести. Когда душа не будет болеть и переживать в дальнейшем за сделанное, если ты будешь принимать правильные решения, жить по совести, развивая свою душу, расширяя ее, это и есть осознанность и переход на другой уровень. Высшее «Я» будет продвигаться выше и выше, повышая свои вибрации и получая новые знания. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос.
Каковы мои основные мыслительные ограничения или модели на данный момент, которые мешают моему прогрессу? Наивность. Наивность твой ограничитель. Ты принимаешь и видишься в розовых цветах, а тебе нужно усилить свою внутреннюю мощь и, я бы сказал, защитить свои энергии. Иначе твои энергии будут пробовать забрать другие цивилизации, как это получилось сегодняшней оболочкой. Наивность, не путай ее с добротой. Внутренняя сила и доброта — это милосердие, терпение, сострадание. Наивность — это слабость. В твоем случае. Я надеюсь, ты поняла меня. И твое слабое место будет проработано. Критическое мышление еще никому не помешало, точно так, как и анализ, и точно так же, как и разговор со своей душой, и ощущение, как резонирует та или иная информация с тобой. Еще это отдельный шаг, это отличный шаг для того, чтобы эту наивность, так сказать, преодолеть. Прекрасное дополнение. Я бы добавил сюда, что разговор с душой должен не преуменьшать критику и анализ ума. В этом и есть гармония. Только так ты можешь понять, о чем я говорю, и усилить мощь и защиту своей души. Благодарю. Благодарю вас. Следующий вопрос, 8. Сколько кармических узлов я прошла, сколько еще осталось? Если можно пояснить, как мне лучше всего отрабатывать эти узлы? Слово «отрабатывать» меня немножко смущает, я прошу прощения. Их проходит, их не отрабатывают. Не имеет значения, какое слово вы употребляете. Главное, чтобы вы четко понимали, что такое кармический узел. Не боялись узлов или же перекрестков в своей жизни, а проходили их с достоинством, понимая, что на этом ваша душа получает новые уроки или попадает в капкан, доверившись мозгу. Как я уже сказал, нужно проходить их по совести, делая правильный выбор. А кармический узел — это и есть правильный выбор во множестве случаев. Ты на третьем кармическом узле, ты проходишь третий, впереди еще два. Я хотел просто пояснить, у нас на Земле есть ложное понимание кармических узлов. Многие это воспринимают как наказание. Есть трагические ситуации, но в основном это выбор. Это выбор как перекресток. Здесь душа работает и делает выбор. Каким он будет, от этого зависит будущее души. Благодарю вас за это замечательное разъяснение, уважаемый куратор Мот. Вы закончили? Да. 9 вопрос к вам. Как я могу с вами, куратор, связаться и почувствовать или понять, что именно вы это, а не кто-то другой? Ты часто замечаешь мои знаки. Именно поэтому мы в этой комнате, и за это я благодарю тебя. Ты можешь связаться со мной в любой момент. Я расскажу простые техники. Развивая свою душу, ты можешь в обычном состоянии задавать мне вопрос и получать короткий ответ телепатически. На данный момент, чтобы достичь этого уровня, нужно наращивать свою внутреннюю мощь. Поэтому это можно сделать в переходном состоянии. Небольшая медитация или самое простое время перед тем, как ты засыпаешь, подумай обо мне, но не углубляйся в это состояние. Постарайся отключить мысли и задать коротенький
Вопрос, на который я смогу ответить «да» или «нет». Ответ придет сразу же, но чувствовать ты его должна душой. Если ты будешь искать ответ в голове, ты запутаешься. Останови мысли, открой свое сердце. Сердечная чакра услышит ответ. Не сомневайся, это буду я. Благодарю. И именно первый ответ будет куратора. Его еще важно не анализировать, а принимать так, как он идет. Если позволите. Пожалуйста. Благодарю вас, уважаемый куратор МОД. Мы закончили. Остался последний, 10-й вопрос. Почти закончили. Какой еще совет мог бы мне помочь? О чем я не подумала спросить? Я дал уже достаточно много советов, но если ты обратишь внимание, все мои советы были по расширению стержня и накоплению мощи. Мощь – это энергия и вибрации, которые, с помощью которых твое сознание трансформируется на более высокий уровень. Но наивности там нет места. Также вы сказали о важности визуализации несколько раз. Совершенно верно. Вопросов больше не осталось. Если вы хотите сейчас активировать ее стержень, если он не активирован, был бы самый лучший момент. Стержень активирован. Вы можете видеть свет изнутри. Благодарю вас. Тогда остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами, с сочными ягодами, которые есть на земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора МОД, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь своей подопечной, за эти ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Великолепный подарок. Я благодарим с удовольствием вас. Приму его и хотел бы добавить, не забывай, что помимо внутреннего стержня у тебя есть крылья, которые темного цвета, как у многих ангелов-воинов. Вот теперь я закончил и благодарю вас от всей своей души за эту встречу. Передавайте, пожалуйста, от нас с Верой привет ангельскому миру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы открыть им эти двери, убрать все преграды на этом пути, но в эти двери пойдут они уже сами. Прекрасное предложение. Благодарю вас. Я обязательно воспользуюсь вашим предложением. Благодарим вас. Традиционно мы говорим до скорых встреч, мы не прощаемся. Возможно, на каком-то этапе мы еще раз с вами встретимся, уважаемый куратор МОД. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Анетта, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. А я немножко в шоке, особенно от последнего заявления про темные крылья. У всех ангелов-воинов темные крылья. Я стою перед вами. Он сказал у некоторых. Это абсолютно нормально. У всех ангелов-воинов темные крылья. Если вы меня сейчас видите, мои крылья точно такого цвета, как у вас. Потому что я тоже ангел-воин. Воспринимаю... У меня теперь еще больше вопросов. У вас больше силы, вы воин. Вот это из этого исходите. Все остальное придет к вам. Но с кем я воюю? С кем вы воюете? Прежде всего защитите себя. А все остальное придет вам дальше. Если вы не можете защитить себя, вы никого не сможете защитить. Именно это и хотел сказать куратор. Кроме того, он сказал, что у вас много качеств, которых нет у других. И на что вам стоит обратить внимание, чтобы укрепить этот стержень. Ангелы-воины присутствуют для определенных миссий. Считайте это приятным сюрпризом. Это очень интересно. Я благодарю вас за эту встречу, и я буду слушать много раз.
У меня точно такие же были сомнения, когда я первый раз увидел свои черные крылья. Мне объяснили о них и рассказали много ангелов. И мой учитель Архангел тоже рассказал, поэтому это просто замечательно. Не беспокойтесь, вы для этого созданы, чтобы исполнять какие-то миссии. Но чтобы эту миссию понять, вам нужно сначала поднять свои знания, научиться себя защищать, расширять свои стержни. Именно все по пунктам, как и говорил ваш куратор. Кроме того, у нас на канале есть очень много видео с обучением, как это все делается, как заправляться энергиями. Обратитесь к нашему администратору, он нам подскажет. Хорошо, Анетта, мы закончили. Будем возвращать сейчас вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Анетты в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем.